Участники конференции ООН по климату в результате напряженных дебатов смогли согласовать проект создания инструмента финансирования развивающихся государств. Создание такого фонда – это огромное достижение. На протяжении 30 лет маленькие островные государства, развивающиеся страны пытались включить этот вопрос в повестку дня. Сегодня это соглашение на COP27 стало результатом совместных усилий. Я очень взволнован и рад. Для 1 300 000 африканцев это очень положительный результат. Мы взволнованы. Успех встречи в Египте был основан на итогах переговоров о компенсациях. Но в Европе отмечают отсутствие прогресса относительно дополнительных усилий по сокращению выбросов парниковых газов. Европейский Союз принял участие в саммите, чтобы согласовать жесткие заявления, и мы разочарованы, что не смогли этого добиться. Я настоятельно призываю всех засучить рукава и показать всему миру, что борьба за стремление к лучшему будущему еще не закончилась.